город Ван Вьенг. В общем, вчера ночью нашел такое местечко, достаточно хорошее, здесь никого нету. Я расположился здесь, вот так вот. Так, с добрым утром. Итак, нужно дополнить историю. 5 лет назад я был в Лаосе, в этом городе, автостопом, без мотоцикла, и играл на гитаре и крутил огненные бои в одном отеле. Сейчас я снова вернулся, в этом отеле уже работают другие люди, но администратор мне посоветовал один бар, вот, и хозяин этого бара. Я приехал в этот бар и поиграл там, и хозяин пригласил меня на день рождения, вот, и сейчас я поеду к нему на день рождения, собственно говоря. Возможно, тоже поиграю, скорее всего. И также, возможно, подожгу свои пои, потому что подготовил дизель. Купил вот целую полторашку дизеля. Литр. А также закон подлости, он работает. И я сегодня утром провалась у меня 5-я струна. И повторно пробилось колесо. Но хорошо, по дороге быстро нашел, где можно было починить. Снова порвалась 5-я струна, именно 5-я. Вчера я поставил 6-ю струну на место 5-й. Вот, и она сегодня снова порвалась. Вот. Стандартный какой-нибудь бит. И гитара является такой колонкой. Плюс... Thank you.